Всем привет! Привет! Девчонки, мы сегодня снимаем челлендж, делаем покупки закрытыми глазами. А знаете, куда мы сегодня идем? В магазин Fix Price. Помните, снимаем челлендж? Помню, только в другом торговом центре, в другом магазине. Итак, кто будет первый из вас делать покупки? Давайте Миланка. Миланка будет первая. Миланка, держите себе, одевай масочку закрытыми глазами, снимаем шапку. Да, снимай шапку. Давай. Ребята, а мы пока идем за покупками с закрытыми глазами. Не забывайте подписываться на наш канал Мими Шоу. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Не, давай, я тебя буду вести. Давай, я жду. Миланка с закрытыми глазами. Давай. Не бойся, не буду тебя врезать никуда. Пойдем. Пойдем. Пойдем, здесь некуда врезаться. Здесь прямая дорога. И не забывайте поддерживать лайк. А Миланка топает осторожно. Идет. Давай. Здесь будешь это брать? Нет. Почему? Здесь же игрушки. Нет. Да не ходи. Смотри, какие яркие игрушечки. Мне очень не нравится. Класс. Особенно вот здесь. Да. Милан, может, что возьмем? Нет. А вот здесь возьмем? Ой. Вот здесь возьмем? Нет. Здесь же игрушки. Нет. Прямо смотри, с кошечками. Ух ты! Скажи, что есть кошечки. Ну, конечно. Нет. Ну что, Милан, ты рули, куда мы идем дальше? Идем прямо. Прямо? Нет, туда. Туда? Направо? Или налево? Ой. Стенды не сноси. Вау, смотрите, какие здесь разные. Что это такое? Эти папочки. Угу. Ты вовлёшься? Милашечка, тебе вот это вот надо? Нет. Не надо? Нет. Откуда ты знаешь, что это? А вот это надо? Нет. Какое надо? Нет. Послушай. Милана точно решила, что это не надо. Послушай. Ничего не хочу. Милан, мы вообще ничего не покупаем. Выходим? Все, мы уходим? Нет. Куда-то идем. Смотрите. Круто. Как ты думаешь, где мы? Ой. Все, Милана выбрала. Берем. Синий. Фу, нормально. Остаемся в этом? Смотрите, какие здесь наборы появились. Вау. Милан, остаемся в этом отделе или идем дальше? В этом отделе. В этом? Давай, пойдем. Давай. Куда идем, Милаш? С такими маленькими шажочками мы не дойдем никуда. И никогда. Лика, я тебе кое-что к школе нашла. Да? Угу. Вот это вот красно-синее? Да. Вещь. Класс. Ну что, Милан, что берем? Ну что, Милан, может быть, пойдем в другой отдел? Да, в другой сходим. Нет. Милана, все, что возьмешь, то и берем. Миланка. Для маленьких. Ну все, Милана выбрала. Для маленьких, не для маленьких. Это вообще для малышек, Милаш. Ты когда была маленькая, в кроватке лежала, только начала ходить, ты вот так вот играла. А что? Потом узнаешь. Ну что, Милан, еще уходим или идем на кассу? Идем на кассу. На кассу? Точно, уверена? Да. Ну что, Миланка, ты довольна? Да. Я тебе довольна вот этим. А дайте ручку мне тянуть. Нет. Как нет? Милан, поможешь Лике? Да. Ну, давай. Давай. Веди мне. Только, пожалуйста, не надо меня никуда врезать. Я сейчас. Поворачивай. Да. Да, Лика. А куда ты хочешь слить? Я не знаю, куда. Милана меня ведет. Трусики? Трусики? Вот тут берем? Нет. Берем? Ну, в трусиках, что ли? Давай, идем. Куда? А что берем, Лик? Ничего мы не берем. Тут берем. Нет, ты меня смутила своими трусиками, мы ничего не берем. Ну почему? Мы идем дальше. Не трусики. Мы идем дальше, потом поворачиваем налево. Идем. Ой, Лик, вот здесь вообще классная вещь. Честно. Берем? Нет. Вот это вообще вещь. Так, а ну-ка пойдем. Точно? Да. Я буду брать. Нет, только не это. Лика,
что это? Я вообще не понимаю, что это. Так, аккуратно, то еще поломаешь. Давай. На. Маш, держи Ликины покупки. Лик, а мы что, все здесь берем? А это тебе зачем? А что это? Если знаешь, что это? А зачем тебе это? Надо, мама, надо. Давай. Просто поверь. Я не знаю, что там взяла, но мне это. Ты как-то быстренько. Идем дальше? Что еще? Что-то берем? Или мы идем на кассу, или еще уходим? Давай еще вот пройдемся. Хорошо. Да, поворачиваем. Вот взять вот такой. Да ну тебя. Бери, 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 бери. Что? До чего? Дотрагивайся, то и покупай. Нет, нет. Нет. Что, мы на кассу? Нет, подождите. Мы вот здесь что-нибудь возьмем. А это зачем? Что такое? Ты это точно выбрала? Чтоб не упала. Откуда я знаю, что там выбрала? Знаете? Ну, Милана, держи Ликины покупки. Пойдем. Ну что, Лика, на кассу или дальше да, идем? Да, уходим. Точно? Все на кассу, а может, да. Это возьмем? Вот тут, вот тут, вот тут. Нет, все на кассу. Я боюсь. Все, снимай маску. Ну что, девчонки, вы довольны своими да. покупками? А вот вообще что? Это Лика, то, что ты выбрала. Это ужас. А зачем мне краситель? Ладно, зубная паста. Ладно, мы будем. Лика, чистить. Ну ты понимаешь, что ты должна сегодня будешь тогда покрасить волос? Нет. Лик, нужно будет покрасить. А если отмоется за один день? Я не знаю, Лик, мы как раз проверим, отмоется или нет. А какой это цвет? Оранжевый. А, это то, что вот этот ну, цвет, да. Это такой цвет. Да. На волосах да. Такой будет цвет волос. Ребята, давайте. Милан, да, открывай. Я просто надеюсь, что он не красится и. В смысле не красится? Видно не будет. Лик. В любом случае, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, покрасится Лика или нет. Миланка уже решила прям в магазине открыть игрушку для малышей. Ну, Милана, что выбрала, то выбрала. Ну, ничего, так Милана сказала. Ребята, кстати, пишите в комментариях, чьи покупки вам больше нравятся. Которые Милана купила с закрытыми глазами. Конечно, и Лика с закрытыми глазами. Лика, тебе вообще понравились твои покупки? Ну, за исключением вот этого вот красителя. Мелка? Мелка, да. Да, мне понравились. Милана, твои покупки тебе понравились? Что ты выбрала с закрытыми глазами? Это вообще для детей. Милана, это вообще малышей. Для малышей. Ну что, Мила, что взяла, то взяла. Ну все, двигаемся дальше? Да, пойдем. Я уже жду не дождусь, когда Лика покрасит волосы. В оранжевый цвет. В оранжевый цвет. Ты завтра в школу, Лика? Давай, Лика. Ну, меня успокаивает, что это временное окрашивание. Я надеюсь, что оно смоется буквально сразу вот. Ну, как пойдет. У всех по-разному. Ты знаешь, эффект. Яркий цвет. Он еще блестящий. Лика, это круто. Надо а это было... что, поднимается? Лика, надо было на выпускное ставить. Ага, конечно. Такой вот маленькой пряткой. Так. Видно? Ну, как-то так. Не, ну видно, Лика. Ну, что-то мне кажется, у меня такой цвет волос, что особо не бросается в глаза. Ну, ты сделай на одной пряди несколько раз, только поближе к корням. Еще и ближе к корням? Конечно. Милирование. Ну, сейчас я себе сделаю милирование. Когда-то в школу пойду такая. Если тебя директор вызывает, то я тут ни при чем. Я трубку не поднимаю. Я сразу говорю, что это мамина была идея. Нет, мне рыжий не идет. Посмотрите, волосы как дергают. Ужас. Может, ты слишком тянешь сильно? Так, а если его не прижимать, то он вообще не красится. Ну давай, давай. Тебе нравится? Рыжая. Тебе нравится? Рыженькая. Тебе нравится? Рыженькая. Лика в школу пойдет. Готов?
Да мы-то готовы. Главное, чтобы ты была готова. Потом на себя в зеркало смотреть. Погнали. О, ужас. Че ты такие маленькие пряди тебе берешь? Не, а чё мне... А ну-ка давай внутри. Нормально. Давай. Внутри. Давай нормальную прядь бери. Нормальная прядь, он лучше прокрасится. А чё, мне прям всю голову красить? Нет, тут несколько прядей сделаю, будет круто. Типа милирование. Он все уже закончится. Рыжая милирование. Он уже закончится, посмотри, уже прям видно. Угу. Ну вот насколько хватит, давай. А, то есть еще и все? Конечно! Молодец. Вау! Это круто. Такие вот рыжие пряди Вики. Они так переливаются. Такое ощущение, что я побывала у парикмахера, у которого руки не оттуда растут. Интересно, как звали парикмахера? Ой, не знаю. О-о. Милан, тебе нравится? Да. Надо в следующий раз синий купить. Да. Мелок такой. И зеленый. Уже с волоса вырывает просто вообще. Давай еще одну, мне понравилось. Тебе понравился результат? Нет, или процесс? Мне нравится процесс, когда ты его так тянешь и волосы окрашиваются. Ага. Класс. Ну-ка. Вообще круто. Ну-ка, прям посмотрю. Такие пряди рыжие. Тебе нравится ли? Прям красит. Ты же взяла, что надо сейчас покрасить? Единорога. А ну-ка с другой. И здесь тоже, смотрите, вот такие вот рыжие пряди. А ну-ка руку сорви. О-оу. Ага. Правда, руки окрашивает. Ну что, наш челлендж подходит к концу. Девчонки сегодня делали покупки закрытыми глазами в магазине Fix Price. Лика, походу, очень-очень довольна осталась, да, Лика? Вот этой вот покупкой я недовольна. Недовольна. Ты не рекомендуешь, да, этот Нет. мелок для волос? Я не рекомендую. Я его добавлю в слайм. Ну, Лика быстро нашла применение. Не нужно неинтересные покупки, но для слайма сойдет, да? Ну что, ребята, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!